Началась новая лига, Дельф. Играю на хардкоре, как обычно. Только что прошел сюжетку. Зана Данжин, Зана Грейфьерд, Зана Лукат. Ну, пусть Зана Бич будет. Это я вот только прошел сюжетку. Сделал себе почти капризисты. 73, 75, 74. Это арк тотем. То есть арк не пофиксили. Хотя я ожидал, что пофиксят на самом деле. Оставили арк такой же. У меня уже криты с критами. Три лабы прошел. Убил Китау. Блин, край. Так, секунду. Использую кларити также. Это, конечно же, я играю с молом. Реген очень большой. У меня проблема с ловкостью, у меня мало дексы, потому я не могу высокого левела использовать по сторонам. ФПС проседает, или мне кажется. Протестим. Вот тут еще проблема в том, что он замораживает тотемы. Вот этот босс. То есть тотемам надо, конечно, резисты еще подкачать. Тотемы недостаточно живучие, по идее. Итак. Вот, собственно говоря, мой дом на ближайшую лигу. Ну вот, я на самом деле... Ну, конечно, это тупо скипать... Может, что угодно скипать, но не Дельф. Я его скипал только вот под конец, когда почти прошел сюжетку, там в 10 акте. Ну, просто хотел побыстрее пройти. Новая валюта с гнездами. У меня, кстати, есть вот новая валюта немного. Но с гнездами нет. Прокачана у меня. Глубина у меня, я давно не заходил. Но вот в 10 акте не заходил. 73. У меня прокачано Light Radius, Darkness и Capacity. Но я не вижу смысла пока сильно Capacity качать, на самом деле. Просто не вижу смысла. Сульфит. Вот он, сульфит. Monster Level 62. Ну, гоу. Я не знаю, какой сейчас максимальная глубина вот на ХК. На софте меня не волнует, какая на ХК, мне кажется, 140 где-то. Я помню, вчера челик играл, у него было где-то 134 или что-то такое. Может, сейчас уже 140 у кого-то есть, я не знаю. Ну, вот где-то вот в этой области. Как я понимаю, где-то в этой области. Вот так заходим. И вот эта вот машинка меня ведет. Вообще-то очень классно. А, черт, я забыл кларить. Ее теперь можно на ходу включать. Что меня сейчас так пробило? Интересно. Оп, трогай. Красивый лазурит, мне нравится. Синий. Ралли-край.
там босс вышел. А, нет, это не босс. Это вообще баг. Вот он босс. Наверное. Азурит. Короче, был такой баг, что некоторый азурит не подбирался. Не знаю, может пофиксили уже. Посмотрите, сколько лута, да? Это если без лут-фильтра смотреть. Вообще, мне очень нравится вот эта концепция. То есть, я ее сразу полюбил. Так. И резисты надо тотемом подкачать. Вот это бесконечное подземелье. Так, Джевалари. Поехали. Вылетела из Дельва, короче. Они так, походу, эту фигню и не пофиксили. Когда в Дельф заходишь не в полноэкранном режиме, то вылетает туда по КД. Они это не пофиксили. Вот у меня Windows full screen стоит и типа вылетает. А на фуллскрине оно не будет вылетать. Ну ладно. Ну так эту хуйню не пофиксили.